Аллилуйя! Доброе утро, церковь! Давайте прославим нашего Бога. Подарим ему большие аплодисменты, потому что он достоин. Мы здесь собрались, чтобы прославлять его имя. Вы можете присесть. И я сейчас буквально коротко скажу. Вы знаете, для нас это огромная честь и привилегия стоять здесь за то, что пастор, в первую очередь, и лидеры церкви, они доверяют нам, как молодежи, проводить служение, делиться своим опытом, то, что происходит у нас внутри, внутри нашей структуры, потому что, знаете, некоторые могут думать, да, это молодые, еще недостаточно опыта, еще недостаточно каких-то, может быть, лет недостает в возрасте или лет в служении. Я знаю, мы многого не можем, у нас, может, не такой большой опыт в служении, но, как пастор сегодня говорил, это была наша тема в пятницу, у нас есть одна мечта. Мы хотим исполнить его волю на этой земле. И просто, конечно, тяжело. Мы стараемся двигаться. И вы знаете, как в любой команде есть, происходят разные вещи, но мы служим, как мать Тереза сказала, не ради чего-то. Мы служим ради кого-то. Мы служим ради одного Иисуса Христа. И давайте подарим ему славу за то, что на самом деле, когда есть молодые люди, которые преклоняются не перед грехом, а которые принимают решение просто идти за Богом, это сильно. И кто еще не слышал, я хочу вам сказать, что, как пастор объявил, у нас в церкви есть молодежное движение Young Ministry, и у нас есть такой лозунг. Мы приняли решение не существовать, а жить. Жить не только ради себя, а помогать тем, кто сбился с пути. Мы выбираем любовь, милосердие, дружбу, радость, здоровый образ жизни, а значит будущее. Модно не плыть по течению жизни, а идти против греха и пустого прожигания жизни. Ищем не оправдания, а возможности. Мечтаем серую жизнь сделать яркой, боль исцелить любовью, нужды восполнить, на вопрос дать ответ, цепи греха разорвать святостью, рабство заменить свободы. Верим в триединного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Твой ответ. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты нужен нам, ты нужен этому миру, ты нужен Богу. Совет. Бойся не умереть, бойся так и не начать жить. Включи свою жизнь, нажми на плей, сделай правильный выбор. Присоединяйся, Young Ministry. Это просто, может, многие не слышали. Это то, что нас движет, это то, к чему мы идем. И сегодня вы услышите свидетельство молодых людей, как они приняли решение в своей жизни идти за Богом. Вы увидите видео, краткий репортаж о проделанной работе. Мы хотим, чтобы эти служения раз в месяц это стало не просто, когда мы будем оттачивать какое-то мастерство слова и выходить и говорить, вот как мы будем учиться говорить или учиться петь. Мы хотим показывать реальные дела, и мы хотим показывать, если можно сказать, отчет, то, чем мы занимаемся и к чему мы идем. И мы надеемся, я просто призываю вас, откройте свои сердца, и мы хотим, чтобы здесь было максимум Бога. Все, что внутри нас, что внутри нашем сердце, мы хотим это вывернуть наизнанку и показать вам, чтобы вдохновить кого-то и сказать, что служение Богу не тщетно, а это самое драгоценное, что есть. Все, что у нас есть, отдать в Его руки и положить у Его ног. Аллилуйя! И сейчас я приглашаю на эту сцену Эдгара, давайте подарим аплодисменты, которая поделится свидетельством из своей жизни. Спасибо, Эвелина. Доброе утро, церковь. Очень приятно находиться сегодня здесь. Я благодарен за эту возможность, что я могу стоять здесь. И это на самом деле трепетный момент. Я бы хотел поделиться свидетельством. Очень хорошим свидетельством. Потому что это то, что произошло в моей жизни. Я в церкви, наверное, с самого детства, почти с самого детства. Меня мама привела за ручку в церковь в 7 лет. Я покаялся осознанно, неосознанно. Но моя жизнь, она была такой же, как, наверное, очень многих людей. От воскресения к воскресению, от служения до служения, от конференции до конференции. И так продолжалась моя жизнь до какого-то момента. Я подрастал, и так же, как у любого ребенка, у меня была мечта. Которая мечта или цель. Когда меня спрашивали, кем я хочу стать в своей жизни, я четко знал,
кем я буду. Мне всегда было жалко тех людей, которые не знали, что они собираются делать в своей жизни. Я был бизнесменом на тот момент. Я говорил, что моя жизнь будет связана с финансами, и ничего другого я делать не буду. Но проходило время, и я понимал где-то внутри, что это то, что я нарисовал себе в своей жизни. Когда меня спрашивали, а где же будет служение твое, Богу, церкви и так далее, это был самый лучший ответ. Я говорил, что я буду служить Богу финансами. Это то, что я придумал себе, и даже я засунул туда Бога, и было очень хорошо до определенного момента. Один в один прекрасный момент, или когда было время, я задал себе один вопрос, который мы, наверное, не очень часто задаем или боимся. Я боялся задать этот вопрос себе. А что же Бог хочет от моей жизни? Я боялся его задать, потому что понимал где-то, что это будет что-то другое, что я себе нарисовал. Но проходило время, и я все-таки задал этот вопрос. И на этой летней конференции было очень прекрасное служение. Один пастор, Андрей Тищенко, была молитва, и он призвал молодых людей, и он говорил, не бойся служить Богу, не бойся отдать свою жизнь, если ты это сделаешь, ты никогда об этом не пожалеешь. В тот момент я вышел на эту молитву, ничего особого не произошло. Я не упал, не заплакал, но где-то внутри родилось желание начать служить Богу. Я уехал на библейскую школу, и как на библейской школе, там очень много чего можно получить, но один момент я запомнил очень хорошо. Его, наверное, никто не услышал, но я его записал. Один пастор сказал очень хорошую мысль. Он сказал: Бог никогда не спасает человека просто ради того, чтобы он ходил по воскресеньям в церковь. Просто ради того, чтобы ты радовался в воскресенье, мог поднимать руки. И мне это запало где-то глубоко в сердце. Я сразу вспомнил, сколько служений я просидел за свою жизнь. И он сказал еще одну такую же мысль. Он говорит: Бог, великий Бог, он помимо того, что он просто тебя спасает, он дает тебе великие мечты, и он дает тебе желание служить ему. Я сразу вспомнил иллюстрацию одну из Библии. Мы все ее хорошо знаем. Это тогда, когда был шторм, и лодка с учениками, она попала в шторм. И Иисус пошел по воде к ученикам, и был один человек, который сказал: «Если это ты, скажи мне идти к тебе». И вы все знаете, что сказал Иисус. Он сказал: «Иди». И это то, что Он говорит до сих пор каждому из нас. «Иди и делай. Иди, какая бы у тебя ни была мечта, может быть, тебе кажется, что то, что вложил в тебя Бог, слишком большое или что-то неизмеримое, то это то, что Он говорит сейчас тебе. Он говорит: «Иди и делай». Несмотря на то, какие штормы, несмотря на то, что происходит сегодня у тебя в жизни, Бог призывает сегодня каждого служить. Это то, что я принял в свою жизнь. Я принял решение служить Богу через служение людям. Иисус сказал когда-то: «Я был голоден, и вы накормили меня. Я был наг, и вы одели меня. Я был в тюрьме, и вы посетили меня». Это то, что я хочу делать, и это то решение, которое я принял в своей жизни. Когда-то я жил, чтобы Бог помогал мне, но однажды я принял решение служить Ему. И раньше я хотел достигнуть своих целей с помощью Бога, но сейчас я хочу, чтобы Бог достигал своих целей с помощью меня. Спасибо. И это то, к чему я призываю сегодня каждого из вас. Давайте вместе служить Богу, и давайте расставим правильные приоритеты, и чтобы Его воля, не наша, но Его воля была исполнена в нашей жизни, через нашу жизнь. Спасибо. И сейчас я бы хотел пригласить на сцену Элиту. Здравствуйте, церковь.
Я хотела бы тоже поделиться своим свидетельством. Я родилась в христианской семье. И с детства меня воспитывали любить Бога, ходить в церковь, служить Ему. Но в моей жизни Бог не был на первом месте. Я не знала Его лично. И несмотря на это все, я всегда чувствовала над собой какую-то защиту, какую-то оболочку, которая меня всегда охраняла, которая, может быть, помогала мне идти. Но я не знала, что Бог хотел меня использовать. Использовать не просто, чтобы я вот просто ходила в церковь, как Эдгар сказал, вот от служения до служения. И был такой момент, когда я почувствовала, как будто бы эта защита, она уходит. И мне казалось, как будто бы Бог ее забирает. Но на самом деле я поняла, что это я просто ухожу из-под Его рук, ухожу из-под Его крыла. И тогда я очень хорошо помню этот момент, когда я делала, может быть, неправильные вещи. И я слышала, как Бог, Он звал меня и стучал ко мне. И все, что иногда нужно от нас, это чтобы мы просто признали свою вину, как в Иеремии 3 глава 13 стих написано: «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». И я помню этот день, я пришла домой, закрылась в комнате, я просто начала молиться Богу. Тогда я приняла решение. Я приняла решение отдать свою жизнь Богу, отдать свою молодость Богу, служить Ему. Тогда Он стал для меня на первом месте. Я хотела бы каждому молодому человеку сказать, что не надо отдавать свою молодость клубам, свою молодость этому миру. Надо посвятить свою молодость Богу, потому что Он ищет нас, Он нуждается в нас, и Он хочет использовать каждого. И когда я отдала свою жизнь Богу, когда я посвятила Ему все свои таланты, все дары, точнее, Он их позже в меня вложил, после того, как я приняла решение служить Ему. И один из таких талантов, который Бог мне вложил, я пишу стихи. И я хотела бы прочесть один, так как у нас сегодня служение милосердия. Этот стих как раз о том, что мы должны служить людям. Называется «Ты прости». «Ты прости, что я тебя не замечала, что не протянула руку я тебе свою. Ты прости, что мимо проходила и не видела беду твою. Ты прости, что рядом не сидела, что не чувствовала боль твою. Я ведь просто слышать не хотела. Время не было на скорбь твою. Ты прости, что в холод не согрела, ты лежал безмолвно на снегу. Я ведь просто слышать... Десятки раз я мимо проходила, закрывала сердце на мольбу твою. Ты прости, что я руки не протянула, когда отчаянно кричал ты вновь. Ты прости, ведь я забыла, что за тебя была пролита кровь». Вот так. Давайте подарим аплодисменты Элите и Эдгару. И сейчас вашему вниманию мы предоставим видео, поэтому я думаю, что мы потушим свет. И внимание на экран. Больше,
больше вы будете сами наполняться и становиться счастливыми, радостными, и просто мир будет внутри вас. Если вы молодые люди, вы ищете свой путь, чтобы делать, куда направить свою молодость, свои таланты, свои дары, знаете, что Бог, Он очень сильный людей. И у каждого из нас есть не просто то, что мы можем... Мы можем очень много для этих людей и тем самым благодарны вам за то, что вы поддерживаете нас, и мы надеемся. Я могу тебя... Давайте сейчас тогда включим свет обратно, пусть там сделают это видео, у нас есть время, и можно включить свет у нас, да будет свет. Я думаю, что надеюсь, что это видео будет исправно. Там есть несколько версий, его можно тогда поставить без музыки, потому что на самом деле то, что есть там, это очень сильно, это то, чем мы живем. И когда у нас последний раз было здесь служение, 6 марта, мы собирали специальные пожертвования, и внизу находился стенд, где были нужды старичков, бабушек, дедушек, и они писали о том, о чем они мечтают. Это были какие-то элементарные вещи, сок, какие-то булочки, и благодаря вам, благодаря тем людям, которые откликнулись, которые просто сказали «да» на этот призыв. Мы пансионат посетили 5 раз, и каждый раз мы приходили туда не с пустыми руками, мы приходили с целыми такими мешочками хорошими, там была и еда. В последний раз ребята ездили, и в пятницу там была и гуманитарная одежда, поэтому давайте поаплодируем тем, кто откликнулся. Это было очень неожиданно. На самом деле собрали большую сумму, спасибо. Огромное спасибо, я думаю, что это видео сделают и покажут на самом деле, как люди, они жаждут Бога. Потому что когда мы приходили там эти старички, которые одинокие, которые брошены, они задавали просто вопросы, а где мой сын, где моя дочь? Им, они говорили, что им вообще ничего не надо, им нужна просто забота. И это то, что мы пытались им дать. И знаете, на протяжении этого месяца у нас есть такая новая, можно сказать, запущена программа в церкви. Это то, что желает пастор, это то, что желаем мы, чтобы люди не только там, вне церкви, были одеты, были напоены, у них была еда, а также люди, которые находятся внутри церкви. И на протяжении этого месяца мы посетили около 10 семей, мы привозили им продуктовые пакеты, мы спрашивали о их нуждах, мы молились, и там находится стенд при выходе из зала, вы можете посмотреть тех людей, которые посетили, их нужды, в чем они нуждаются, и я думаю, что это очень сильно. И я нашла чуть-чуть о милосердии, знаете, такая фраза, которая зацепила, что милосердие – это сострадание в действии. Что это не просто тебе жалко, ну, как Элита сказала в своем стихе. Мы просто, как люди, мы часто пытаемся не слышать ненужный нам звук, мы так часто пытаемся закрывать свои глаза и просто проходить мимо. Но милосердие – это сострадание в действии, когда мы можем не только словом каким-то помочь, но и также делом. И 2 Коринфянам, 1 глава, 3 стих говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Также Луки 6:36 говорит, что «будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Потому что человеческое милосердие, человеческое сострадание все равно идет от Бога. Знаете, нам
Или некоторые люди думают, и иногда, может быть, те, которые посещают, думают, что вот это мы такие хорошие, вот Бог нам дал такое прекрасное сердце, и мы вот так способны сострадать. Мне кажется, если каждый честно признается себе, то человек, по сути, он злой, он черствый, он не умеет прощать, он может причинять боль. Но на самом деле, когда приходит Бог, когда Его присутствие, оно посещает нас, и оно меняет, и тогда мы способны милосердствовать, как Отец наш. Тогда мы способны сострадать, как Он сострадает. И Божье милосердие, оно является основанием для нашего милосердия. И я нашла таких три хороших вещи, что милосердие, во-первых, это признак мудрости, сходящей свыше. Так написано в Иакова, 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Милосердие, во-вторых, это признак истинной любви. Так написано в самой знаменитой, наверное, главе о любви, это 1 Коринфянам 13 глава, что любовь, она милосердствует. И третье, что милосердие – это плод Святого Духа. Галатам 5 глава. С 22 стиха говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». И когда будет готово видео, вы там кто-нибудь помашет, да, рукой? Вы знаете, там на этом стенде написаны очень сильные слова. Мне кажется, делали, вы знаете, опрос о том, в христианстве, ну, какой самый человек, какой человек ассоциируется с христианством. И большинство людей это ответили: мать Тереза. Мы знаем, что это мать сострадания, это мать милосердия. И она просто говорила такие слова, что Иисус – это слово, которое стало плотью. Иисус – это хлеб жизни. Иисус – это слово, которое надо прокричать. Иисус – это правда, которую надо поведать людям. Иисус – это дорога, по которой надо идти. Иисус – это свет, который осветит нам путь. Иисус – это радость, которой нужно делиться. Иисус – это жертва, которую надо приносить. Иисус – это покой, который надо давать. Иисус – это хлеб жизни, который надо вкушать. Иисус голоден, Его надо накормить. Иисус жаждет, Его надо напоить. Иисус раздет, Его надо одеть. Иисус бездомный, надо дать Ему кровь. Иисус болен, Его надо вылечить. Иисус отвергнут, Его надо утешить. Иисус старец, надо стать Ему опорой. И вы знаете, в пятницу у нас на молодежном служении, у нас был, назывался «Вечер мечты». Мы говорили о мечтах, кто о чем мечтает. И в конце у нас была молитва за то, чтобы... Есть мечты, которые рождаются на небе, а есть мечты, которые рождаются там. И если мы говорили о том, когда Бог вкладывает свои мечты в наши сердца, чтобы спустя годы, через какие-то ветра трудности мы смогли это нести. И однажды, если... Я не хочу, чтобы это просто звучало какое-то слово. Для меня на самом деле милосердие – это жизнь и то, чем я хочу питаться, и то, куда я иду. И я помню, было однажды служение, это было около года назад, я постилась около 3 дней, и я вышла из поста, это был вечер, и я сидела одна в комнате, знаете, впервые это была даже не молитва, это был просто разговор с Богом. И я просто начала Ему говорить, я знаю, что это в тот момент это было не я, в тот момент это были не мои какие-то желания, не мои чувства, это как будто сам Бог просто начал говорить через мои уста, чтобы я это слышала. Я начала говорить: «Бог, я прошу Тебя, дай мне способным видеть нужды людей. Я хочу кормить голодных, я хочу кормить инвалидов с рук, я хочу просто быть там, где настоящая боль. Я хочу чувствовать то, что Ты чувствуешь. Я не хочу быть в каком-то изолированном месте, в каком-то изолированном христианстве, где все так гладко, когда в то же самое время там где-то в мире происходят такие страдания, которые переживают люди». И настал следующий день, было служение, и я просто перед служением, я сказала, я говорю: «Бог, я говорю, если это Тебя,
то, что я вчера говорила, этот пост, я прошу тебя, докажи мне это, пусть это будет сверхъестественное. Вы знаете, я говорю, пусть вызовут молиться тех, которые хотят быть в милосердии, которые хотят в дальнейшем быть в миссионерстве. И представьте, вся проповедь, которая была, она была вообще основана на другом. И уже закончилось служение, закончилось покаяние, и пастор говорит, и все, кто знает, что Бог вас призывает служить людям, служить милосердию, служить миссионерству, просто выходите сюда. И для меня это было настолько большое знамение и чудо, потому что для нас, для молодежи, если покажут это видео, просто говорится в начале, что это то, что живет внутри нас, это то, чем мы хотим делиться. И Луки 10 глава, 1 стих говорит о том, что Иисус, Господь, Он послал Своих учеников туда, куда Сам хотел идти. Я знаю, что когда мы приходим к этим людям в пансионаты, мы им говорим, что, вы знаете, Бог так сильно вас любит, но Он не может к вам сюда спуститься вниз. Я знаю, что Иисус хочет стать нашими ногами. Я знаю, что Иисус хочет исцелять через наши руки. Я знаю, что Он хочет смотреть через наши глаза. Я знаю, что Он хочет говорить через наши уста. И я думаю, вот как раз такая была хорошая подводка к этому видео. Мы надеемся, Господь благослови это видео, чтобы все хорошо, чтобы люди поняли, о чем идет речь. Дубль 2 будет удачно. Давайте поддержим наших технических работников. Мы верим в чудеса. Всей молодежи мы хотим выразить огромную благодарность всем тем людям, которые пожертвовали нам на служение 6 марта. И благодаря вам мы можем ходить в этот пансионат вот уже пятый раз. Сегодня пятница, 8 апреля, когда мы идем, когда мы закупаем продукты. И есть это прекрасное место. Луки 10 глава 1 стих говорит: «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». Я знаю, это то, что сейчас живет внутри нас, живет внутри молодежи. Это милосердие, это добрые дела. Все, что мы получаем, все, что мы получаем на служение, все, что мы получаем у себя на молодежи, мы хотим это отдавать. И от этого мы становимся по-настоящему счастливыми людьми. Я знаю, что Бог, Он хочет сейчас, как никогда раньше, помогать людям. Он хочет протягивать руку помощи, но Он не может это сделать Сам. Для этого Ему нужны Твои руки, Ему нужны Твои ноги, Ему нужны Твои уста, чтобы говорить, Ему нужны Твои глаза, через которые Он будет смотреть. И есть место, Даниил, 4 глава, 24 стих, которое я прочла недавно, но, знаете, оно очень загорелось в моем сердце. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правду и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Поэтому, если вы сейчас смотрите это видео и вы думаете, куда бы направить свою силу, куда бы направить свою энергию, как бы стать по-настоящему счастливым, есть один ответ – это милосердие. И чем вы больше будете отдавать людям, чем больше вы будете сами наполняться и становиться счастливыми, радостными, и просто мир будет внутри вас. Если вы молодые люди, вы ищете свой путь, чтобы делать, куда направить свою молодость, свои таланты, свои дары, знаете, что Бог, Он очень молодых людей. И у каждого из нас есть не просто жизнь, которую мы можем прожить, есть целая судьба, мы можем очень много сделать для этого мира, мы очень много можем сделать для этих людей и тем самым послужить Богу. Поэтому мы благодарны вам за то, что вы поддерживаете нас, и мы надеемся на сотрудничество. Едем, значит, служить пансионат, путь старелым, старичкам. Вот мы везем им много вкусностей всяких разных. Да. Здравствуйте, церковь! Я думаю, что вы наблюдаете за нами. Мы сейчас направляемся в Золи, туда мы покупаем цветы для нашего пансионата. И буквально через часик мы уже прибудем в место назначения. Ну что? Thank you.
очков. Вот это то, что мы будем им раздавать. Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в пожертвовании, в споре. И спасибо всем. Да, и мы сейчас идем к нашим любимым бабушкам, как ты уже сказал. Очень хорошее впечатление у нас, конечно, когда ты можешь отдать частичку себя, посеять в чью-то жизнь, и тогда ту частичку, которую мы сеем, Бог обязательно восполняет. Это замечательно, когда мы можем приходить сюда, служить старшим, почитать их, уважать и дарить им свою любовь. Поэтому, если ты еще сидишь дома и ничего не делаешь, я могу тебя пригласить к нам, в команду. И мы в следующий раз обязательно вместе поедем, и ты увидишь, что есть очень много людей, которые нуждаются именно в твоей любви. Тоже мы сегодня привезли вещи бабушкам, чтобы раздать еду, это майки, свитера, какие-то штаны, какие-то куртки, чтобы эти люди могли одеться в новые одежды. Спорно заниматься. Ну, учите меня, как это делать. Ну вот, все, просто берите и не курите больше, и все. Представьте, все, вот все. Вы свободны, а вы больше не курите. Представьте, все. Так, да, а вы хотите бросить курить, Галина? Хочу. Давайте мы сейчас помолимся за вас, а вы примите решение не курить, и Бог вам поможет бросить курить. Верите? Я верю. Вот я так будем топтать сигареты. Все. Вы знаете, я не курю на 40 дней. О, вот видите, 40 дней, вы не будете курить вообще не курить. Никогда. Вы дочка Божья, вы не можете курить. Вы дочь царя, вам курить запрещено. Мы благодарим тебя за эту женщину, за Галину, благодарим тебя за свободу, которую ты даешь. Ты принял полная свобода курения, полная свобода. Не курите. Вы не курите. Вы бросили курить. Все. Все хорошо. Спасибо большое. Я верю своим сердцем и говорю своими устами, что ты Иисус, мой Господь и Спаситель. Это яблочко хотите? Чувствуете, как же? Здоровье ваше? Это яблочко. Не хожу. Не ходите. Ну а вообще? Вообще он так ходила к нему, а теперь он, видите, колени, бита, она годинка была, а там все рамы. А вы можете читать, вы видите? Не можете, да? Если что, я говорю, вы читайте, вы читайте, обязательно читайте. Это слово, которое приносит жизнь. Прости все мои грехи. Я каюсь. Я каюсь. И прошу прощения. Каюсь и прошу прощения. Иисус. Иисус. Пусть моя вещь. Ранами Иисуса Христа она исцелена, Иисус. 2000 лет назад ты умер за нее и воскрес. И через раны твои она имеет исцеление в своем теле. Ее тело — это храм Духа Святого. Я прошу тебя, пусть твоя сила, пусть огонь Святого Духа исцеления, пусть полное восстановление, пусть идет всякое неимение, пусть уйдет всякий паралич во имя Иисуса. Я высвобождаю твою силу. Я высвобождаю твою силу. Аминь. Вы будете ходить. Если не приведете, минуту или две нам придется покинуть эту землю, то вы можете точно быть уверены, что Бог вас выйдет на небо. Мы благодарим вас за то, что вы открываете свое сердце, то, что позволяете себе помолиться. Спасибо. Мы молимся за вас, мы вас очень сильно любим. Вы не оставлены, вы не одна, вы не одна. У вас есть великий Бог, у вас есть мы. Это
особенной любви. Бог не может вам спуститься и сказать о своей любви, но Он может просто приходить через людей и говорить, что вы не одна. Это Иисус. Не то, что мы такие добрые, а потому что Бог вас так сильно любит. Вы очень сильно любит. Это правда. Спасибо вам, Тамара. В следующий раз мы обязательно пойдем. Пойдем, все. Пусть Господь вас будет там. Спасибо. 6 марта у нас было служение, происходило, мы собрали много средств. Спасибо каждому, кто откликнулся на этот призыв. Здесь в руках есть папка. Каждой бабушке, дедушке, которые писали свои желания. Видите, булочки с шоколадом. Их желания мы сегодня старались исполнить. Поэтому следите. Сегодня, я думаю, что вы увидите много чего интересного. Булочек здесь очень много. Это часть того, что мы можем только показать. У нас, знаете, если говорить честно, у нас просто очень была веселая неделя. Ну, я думаю, что мы церковь, и мы семья, мы можем быть открытыми. И некоторые люди, я и еще моя подруга, ну, и Эдгар на прошлой неделе, он находился, у него был пост недельный за служения какие-то, за свои вещи, также... И у меня пост эта неделя, и еще одной девушки. И мы так ждали это служение, готовились. И представьте, вот так все происходит. Мы готовили ряд, целый видеоряд на это служение, на июльскую конференцию. И именно на этой неделе, именно во время поста мы узнаем, что нету этого видео. Просто все, все стерто. И представьте нашу реакцию, когда это видео, понятно, видели там в конце такие субтитры недоделаны. То, что это получилось, это вообще, слава Богу, это сделано из того, что было. Но я думаю, что основная суть была как бы показана, то, чем мы занимаемся, к чему мы идем. И на самом деле каждый раз, когда мы выходим после этого пансионата, мы не выходим оттуда веселые или какие-то... Понятно, внутри есть радость от того, что ты понимаешь, что ты исполняешь то, что от тебя хочет Бог, но внутри, когда есть это, знаете, опустошение, какая-то скорбь. И это лето для меня было очень таким особенным. Это было лето решений. И я написала, можно так сказать, рассказ, который называется «Наедине с душой». Это было в августе. Я думаю, что это даже лучше может передать то, что... происходит у меня внутри. Написано 20 августа в 5:54. Точное время. Тишина. Все ровно. Сидишь в своем маленьком мире, кажется, что ничего не происходит. Есть только ты и твои проблемы, твои мысли, твоя боль. Слышишь стук своего сердца, тысячи мыслей, да зачем они? Музыку погромче, очередной кофе. Слышен стук сердца. Хочется все забыть, ведь ты в своем мире. Никто не вправе тебя тревожить, никто не вправе задавать тон твоей жизни, никто не вправе диктовать тебе правила. У тебя свой мир, свои правила. Уютно. Но сердце подводит, от мыслей порой пробегает дрожь по телу. Хочется быстрее забыть. В поисках новых тенденций, новостей мир вокруг остановился. Ведь ты так зациклен на себе, что одеть, что обуть, где посидеть, планы на неделю вперед. А порой вообще ты пускаешь все на самотек. Какие планы? Ведь ты свободный, ты вправе прожигать свою жизнь, наплевав на всех. Как в кино, все остановилось и ждет, пока ты нажмешь на кнопку «Старт», а ты медлишь. Ты даже улыбаешься, потому что тебе кажется, что все зависит от тебя, и пульт от твоей жизни в твоих руках. Не хочешь лишней ответственности? Мир подождет, ведь ты так занят в своих проблемах, ведь ты так занят в поисках великого смысла жизни, ведь ты так занят. Но мысли не дают покоя, говоря, что тебя ждут нации. Чушь. А мысли не оставляют. Ты живешь в своем мире, как в маленькой комнатке, где свои правила, ты знаешь, что и где лежит. Ты в своей комнате никогда не выходил за ее пределы, никогда не открывал двери или окна, чтобы увидеть, что же там за этой чертой. Лишь иногда открывал форточку, чтобы поток свежего ветра вновь наполнил твою комнату, а потом закрывал, чтобы не продуло. А когда открывал двери, был лишь сквозняк. Но стоит подняться чуть выше,
и ты увидишь, что в мире есть не только одна твоя комната, но и целые дома. Поднимись чуть выше, и ты увидишь города, ты увидишь страны, которые ждут тебя. Научись ценить одной душой, как самым сокровенным, что у тебя есть, и ты сможешь ценить 10, потом 100. Пусть твоя мечта будет быть не в уютном христианстве, где все гладко, где по воскресеньям ты улыбаешься, где ты научилась играть в церковь, научилась играть в героя веры. Нет. Пусть твоя мечта будет быть в эпицентре человеческой боли. Иисус стоит на самой большой дороге. Он стоит на перекрестках твоей жизни, и Он ждет. Он стоит там, где у людей рождаются самые больные вопросы, где они воют от боли. Он стоит и ждет. Зачастую ты проходишь мимо, опуская глаза. Учишься не слышать ненужный тебе звук, как будто его нет. А Он ждет. Кто готов пойти? Кто готов наплевать на свои проблемы и ринуться в пучину чужих страданий? Да, у тебя множество проблем, забот, десятки неотвеченных вопросов, но в то время, когда ты безобидно прожигаешь свою жизнь, тысячи там умирают. Пусть твоя мечта быть там, где боль, где страдания. Можешь вечно копаться в своих проблемах, в поисках какого-то смысла, но настоящий смысл найдешь в полном посвящении себя на служение. Пусть твоя мечта будет, чтобы люди, с которыми ты будешь встречаться на пути, проходили не только через твои слова утешения, но каждый прошел через твое сердце. Пусть твоя мечта будет исцелять их и физически, и духовно, омывать их раны, держать их за руку, когда они будут стонать от боли, вытирать их слезы, кормить с рук инвалидов. Нет, не потому что ты такая хорошая, в тебе сотни недостатков, но людям не нужны твои пороки, им нужна твоя сила и любовь, потому что есть Его любовь, которая хочет проявляться через каждого из нас. Сегодня Пакистан терпит одно из самых разрушительных наводнений за последние 80 лет. По предварительным данным, уже погибло 1600 человек. Наводнением разрушено более 250 тысяч домов. 1,5 миллиона человек оказалось без крова. Всего пострадало более 4,5 миллионов. Ты сидишь в уютном доме и жалуешься на свои проблемы, в то время как где-то за тысячи километров от тебя умирают люди просто из-за недостатка куска хлеба. Больно. Знаешь, что твоя душа кричит. Да, тебе хочется забыться, порой закрыться в своем мире, никого туда не пуская. Ты хочешь заглушить этот тихий голос, который говорит тебе «иди». Ты хочешь заставить себя перестать плакать, когда смотришь на фотографии детей, которых миссионеры находили в мусорниках. И ты всегда хотела обнять каждого из них и сказать, что это не их судьба. Ты спрашивала, как научиться проходить мимо обездоленных людей, как заставить свое сердце стать каменным и не реагировать на брошенных. А твоя душа кричит: «Боже, помоги прожить так, чтобы идти за твоим голосом, по твоим шагам и по твоим словам. Ты слышишь? Просто иди». Нет, это не было твоей мечтой, я знаю. Ты хотела жить в Америке, стать крутым адвокатом. Я знаю, чтобы это получилось. Но есть что-то больше, то, что разрывает тебя изнутри. Есть то, что заставляет сжимать всю твою волю в кулак и кричать. Есть что-то больше. Порой это так больно. За тебя уже все решено. Но это уже стало и твоим желанием. С Богом на двоих одно сердцебиение. Чтобы боль Его людей стала твоей болью. Когда ты умрешь, не просто засыпят тебя песком. Пусть будет хотя бы один человек, которого ты бы лично вытащил из болота, очистил его, помог встать на ноги, и он бы смог благодарить себя. Жизнь так коротка, порой страшно. Года летят, много упущено, много потеряно, много прожито. Но твое служение там, где была твоя боль. Не отворачивай глаза. Смотри на этих людей, которых потрепала жизнь. И говори, что у них есть надежда. Просто иди туда, где боль, туда, где умирают, туда, где потеряна всякая надежда. Туда, когда ты видишь этих людей, мурашки по коже. Туда, где настоящая жизнь. Они ждут. Иоанна 4 глава 34 стих. Иисус сказал: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». И вы знаете, пища многих людей, которые
находится в этом мире, и особенно среди молодежи, это пища, это грязь, это разврат, это грех, это те вещи, которые с каждым днем они убивают. И моя мечта, я знаю мечта многих людей, и я верю, что мечта тех людей, которые сидят в этом зале, это просто, чтобы наша пища была творить Его волю. Мать Тереза когда-то сказала, что самый лучший путеводитель твоего служения – это радость. Там, где ты будешь чувствовать себя по-настоящему радостным, там будет и твое служение. И притча 22:9 говорит: «Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». И мы сейчас будем молиться о том, чтобы, знаете, иногда просто Бог должен открыть глаза. Не потому, что кто-то плохой, может, не замечает каких-то людей, не замечает нужду, а просто как будто, знаете, пелена стоит перед глазами. И мы будем молиться о том, молиться за молодых людей, чтобы они просто увидели привилегию в таком раннем возрасте идти и служить Богу. И чтобы пища наша это стала исполнять Его волю. И когда, чтобы мы, как молодые, и те даже, которые старше, чтобы мы приходили к ногам Его, мы просто низко падали Его ног и говорили, что мы когда-то, каждый из нас для Иисуса стал мечтой. Мы стали для Него мечтой, потому что 2000 лет назад, когда Он умирал, Он видел каждого из нас, не просто целую массу, Он видел каждого. И Его мечта была, чтобы мы однажды сказали «да» на Его призыв. И те, кто здесь сидят, они уже сказали Ему «да». И я знаю, что Иисус хочет, чтобы Он стал для нас мечтой. Он стал для нас мечтой и творить Его волю. Творить то, что Он хочет делать. Я знаю, что Он хочет сейчас идти к этим людям. Он хочет помогать. Я не знаю, в чем твое служение, но пусть твои глаза будут открыты. Пусть Бог будет тебе открывать глаза. Может быть, ты проходил тысячи раз мимо каких-то людей, но пусть будет тысяча первый раз, когда ты будешь замечать. Потому что когда мы только получаем, и мы не отдаем, мы гнием внутри. Но чтобы нам жить, и жить по-настоящему, мы должны это отдавать. И мы будем самыми счастливыми. И аминь. Екклесиаст, 11 глава, 1 стих, 1, 5 и 6 стих, говорит: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, которое делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то, или другое равно хорошо будет». Вы знаете, в моей жизни то, что касается моего служения, то, что касается то, что Бог просто Он дает свои чувствования, мое сердце по отношению к людям, каким-то обездоленным. И это не было так, что я просто пошла, и мне начало так жалко всех этих людей. Сначала было слово. Сначала говорится слово, потом это просто происходит все исполнение. Как говорится, мы не знаем день, мы не знаем час, когда это будет, но это будет. И когда я там на том служении, о котором я говорила, я получила это слово, я просто увидела эту картину, как я помогаю этим людям. И вы знаете, прошло время, и я, когда замечаю пансионат, я вспоминаю какие-то вещи, я когда говорила: «Бог, я хочу кормить людей со своих рук». Я даже просто я это забыла, я вспоминаю, когда я кормила дедушку, который лежал в этом пансионате, я его кормила со своих рук. И вы знаете, это то, что будоражит тебя изнутри. Это то, что не дает покоя, потому что это то слово, которое исполняется. Нам просто мы должны быть верными. Быть верными к тому, что Бог однажды говорит. И если когда-то Бог тебе говорил о служении, если Он говорил тебе через пасторов, проповеди, через Библию, через, я не знаю, какие-то источники, может быть, через какие-то сновидения, просто не отказывайся от той мечты, которую Он тебе дает. Как Эдгар сегодня говорил, нету таких вещей, которые Бог вкладывает в сердце, которое мы не сможем исполнить. Если Он дает какую-то мечту, то Бог и даст силу это исполнить. Просто принеси это, если Он дал это в твое сердце. Он дал тебе в свои руки, в твои руки Он дал эту мечту. Не бросай ее, просто продолжай идти. И совсем скоро ты увидишь свой ответ. И давайте мы сейчас встанем, мы будем петь песню «Поклонение Тому». И звучат такие простые слова –
Яви нам милость, Господь, помилуй тех, кто ослеп, кто не видит Твой свет. Просто, если мы сегодня говорим о мечте, давайте мы поклонимся Богу так, как Он мечтал, чтобы мы Ему поклонялись. Не как обычно, а то, как Он бы видел нас, чтобы мы поклонялись Ему. Аллилуйя, драгоценный. Драгоценный Отец, мы приходим к Тебе. Твой народ приходит к Тебе. Твои люди, они приходят к Тебе. Мы приходим к источнику Твоей милости. Мы приходим к Тебе, Отец милосердия. Мы приходим к Тебе, драгоценный Господь. Я прошу Тебя, пусть Твоя милость, пусть Твоя слава, пусть Твоя любовь, пусть Твое сострадание, пусть Твои чувствования, они сойдут на нас. Пусть это сейчас загорится в сердце каждого человека, Господь. Пусть мы Тебе сейчас поклонимся так, как никогда прежде. Пусть мы будем Тебе поклоняться так, как Ты об этом мечтаешь. Мы ожидаем Тебя, Господь. Мы ожидаем Тебя, Господь. Мы просим Тебя, убери все каменные сердца. Убери всякую черствость. Убери всякое безразличие. Мы хотим милость. Мы хотим видеть Твою милость для Твоего народа. Мы просим Тебя, яви Свою милость. Яви Свою милость. Мы нуждаемся в Твоей милости. Мы нуждаемся в Твоем посещении. Мы нуждаемся в Тебе, Бог милосердия. Мы нуждаемся в Тебе, Бог защитник. Мы нуждаемся в Тебе, Бог ревнитель. Мы нуждаемся в Тебе. Твой народ нуждается в Тебе. О, Бог милосердия. Я прошу Тебя, Дух Святой, сверхъестественно действуй. Сверхъестественно наполняй. Растопи всякое чертвое сердце. Растопи всякое чертвое сердце. Пусть Твоя милость. Мы приходим к Тебе. Мы приходим к Тебе. Приходим к источнику Твоей милости. Мы приходим к Твоему кресту. Мы приходим к Тебе. Мы нуждаемся в милости Твоей. Мы нуждаемся в милости Твоей. Чтобы нести это. Чтобы нести Твою милость. Чтобы нести Твою любовь. О, мы поклоняемся Тебе. О, поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе, Иисус. О, Иисус. О, Иисус, поклоняемся Тебе. Эла Масай. Твой народ поклоняется Тебе. Твой народ поклоняется Тебе. И взывает к Твоему милосердию. Взывает к Твоему Христу. К Тебе, к Тебе единому.
к Тебе взываем мы. Ты слышишь свой народ, что о милости зовет. О, спаси, уничтожит всякое безразличие. Пусть твоя милость уничтожит всякую.
учёрствовать. Помилуй, Иисус! Помилуй, Иисус! Помилуй, Иисус! Помилуй тех, кто взывает к Тебе! Hello, Mosa, Chiquitera Lobosa. Hello, Mosa, Все молодые люди, если вы хотите, чтобы за вас молились, если вы хотите, чтобы просто Бог научил, чтобы Бог просто начал показывать вам тех людей, которые нуждаются в Его милости. Если вы хотите, чтобы Бог вам дал ту мечту, которая родилась в Его сердце, если вы хотите исполнить Его волю, если вы хотите идти за Его голосом, если хотите идти по Его шагам, если хотите идти по Его следам, если хотите, чтобы ваша пища была не этот мир, а ваша пища была исполнять Его волю, исполнять Его мечты, то, что Он может сегодня вложить в твое сердце. Вы можете выходить сюда, и мы вместе с командой мы будем молиться за каждого человека. Если вы хотите видеть Его милость в своей жизни, если вы хотите видеть Его милость в своей жизни, вы можете выходить вперед. Второй ряд, молодые люди, выходите сюда. Мы будем молиться за каждого человека, чтобы Бог поставил свою печать на ваших мечтах, чтобы Он поставил свою печать на вашей судьбе, чтобы Он поставил свою печать, чтобы Он поставил свою печать. Hello, Mosa, Chiquitera, Lo Mosa. Hello, Mosa, Chiquitera, Lo Mosa. Hello, Mosa, Chiquitera, Lo Mosa, Chiquitera, Lo Mosa. Hello, Mosa, Chiquitera, Lo Mosa, Chiquitera, Lo Mosa, Chiquitera, Lo Mosa. Я прошу Тебя, драгоценный Господь, иди свою великую милость для этого человека. Будь он будет способен идти за Тобою. Будь он будет способен слышать Тебя. Будь он будет способен сострадать. Будь он будет способен любить. Способен Бог. Я прошу Тебя, яви свою милость, яви свою любовь, яви себя в его жизни. Убери всякую черствость.